Вот, друзья, мы сегодня приехали на Полесшину, заехали к охотнику Евгению, держит он линию наших собак. Расскажи, Евгений, от кого происхождение этого выжлеца? От Торлецкого Багири и Певуна, тоже Торлецкого. Возраст ему? В сентябре будет 2 года. На выставке был? Нет. Не был еще, не возили. Голос здоровым дает, да? Да. Тут 8 гарантия. Ой, далеко ты что? А во сколько стал работать? 7 месяцев. 7 месяцев, да? Да. Нету поблизости, где выставка завозить его, да? Да, да, да. Ну так, все, и он, все при нем. Ребра хватает, окрас, все, белый пояс. Голова породная. О. Ну, догляд, да. А сколько до леса у вас здесь? 30 км. 30 км леса. Так, у плавнях Припяти охотитесь, да? По лозе. Да, да, да. 7 месяцев начал работать. Да. Поверни его голову, кой посмотреть. Как называешь его? Скрипач? Трубач. 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 Вот, друзья, такие на Полесье заводчики, русско-пегигонщик. Держите. Ну уж хозяин уже 2 дня не был дома на празднике, вот привез, приехал домой, тихо, радуется. Тихо. Скоро будет кормить, да, уже. Вот какая голова породная. Ну, добро, друзья, поедем, еще нам дальний путь, 200 километров. Пусть Евгений Гадуя такого выжлеца привозить поближе туда, к нам, в Минской области, на выставку. Достойный выжлец. Проведи его. Красавец. Ну, добро, друзья, до новых встреч, поедем мы. Ну, Евгений, поедем. До свидания. Давайте, счастливо вам. Счастливой дороги. Прекрасный выжлец. До новых встреч, друзья. Все, давайте. Счастливо вам.